Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем нож. Делается легко. Можно сделать из одного цвета, однотонный. Можно сделать из разных цветов. Допустим, здесь под лезвие, как будто сталь, рукоятку. Давайте начнем. Берем лист формата А4. Вот эту линию на эту линию находим точку. Есть. Этот угол на эту точку. Прижимаем, находим еще одну точку. Переносим здесь сюда. И еще одну точку находим. С помощью линейки наведем линии сгиба, отреза. Будем здесь обрезать. Чтобы не ошибиться, у нас вот эти два листа по толщине одинаковые, этот уже. Мы пока сторонку отложим, эту линию сюда. И этот лист точно так же сложим, чтобы они у нас были под рукой. И с ними продолжим работать. Раскрываем, наведем линию сгиба. Вот эту линию сюда, и немного я не дохожу. Эту линию сюда. Вот здесь такое расстояние, надо его обязательно делать. Эту линию еще раз сюда придерживаем, чтобы вот эта бумага вперед сильно не топорщилась. Эту линию тоже сюда придерживаем, чтобы бумага у нас не вылезала вперед. Вот эту линию сюда к центру. Тоже я чуть-чуть не дохожу. По этой линии сгибаем. И по этой линии еще раз вперед сгибаем или на себя вот эту складку. У нас лезвие ножа готово. Наведем линию сгиба. Эту линию к центру. Немножко не доходим до линии. Делаем еще раз то же самое. Вот здесь чуть-чуть не доходим, чтобы сейчас будем сгибать, чтобы бумага друг дружке не мешала. Есть. Эту линию на эту линию складываем пополам. Вот эти две наши детали готовы. Соединяем вместе. Делаем то же самое теперь. Эту линию сюда наверх. Здесь похожие действия остаются. Обозначим линию сгиба. Эту линию на эту линию. Тоже здесь немножко до линии не дохожу. Загибаем вперед. И еще раз вперед. Берем наш нож. С рукояткой сложено все. Лист бумаги. Отчерчиваем. Здесь смотрим, чтобы у нас было вот у нас вот этот центр наш. И вот мы где-то половинку приблизительно откладываем. Берем еще одну точку ставим. И затем ориентируемся по этой точке. Вот таким образом. Смотрим, чтобы у нас здесь было вот это расширение здесь. Здесь все гладненько, чтобы было легче потом вставлять бумагу. И вот так вот обворачиваем. Бумага будет топорщиться, вот это ничего страшного. Здесь подравнено, будет внутри.
видно ничего не будет. Сильно плотно делать тоже нельзя, чтобы потом можно было заправить бумагу. И обматываем. Отгибаем вот эти теперь лепестки. И у нас хватает вот этого расстояния, чтобы сюда в кармашек загнуть. Для этого желательно его расправить. Дадим направление. Загнем. И вставляем сюда в этот карман. Есть. Переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое все. Отгибаем. Направление. Загибаем. Расправим кармашек. И сюда заправляем край бумаги. Отлично. У нас получился такой нож. У нас получился такой классный нож. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. С вами был Жигулев Алексей. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем пистолет. Делается легко.